По подсчетам КУЛСА, компания Samsung сократила поставки дисплея Fold в этом квартале на 26%. Ссылаясь на оценку аналитиков компании КУЛСА, источник утверждает, что компания Samsung Display SDK сократила поставки панелей OLED в этом квартале на 26% по сравнению с силом первым кварталом 2018 года. Причиной эксперты называют падение спроса на смартфоны. По их подсчетам, поставки панелей по заказам Apple сократились на 60%. В КУЛСА уверены, что SDK покажет в квартальном отчете убыток около 440 миллионов долларов. Тогда как в предыдущем квартале компания получила примерно 440 миллионов долларов прибыли. Ухудшение финансовых показателей вызвано не только сокращением продаж панелей OLED, но и ситуацией с жидкокристаллическими панелями, цены на которые только в этом квартале снизились на 7%. Кроме того, производитель начал учитывать в отчетах амортизацию фабрики Fab A4, выпускающей панели OLED. По оценкам КУЛСА, степень загрузки мощностей на линиях SDK, выпускающих панели OLED, уменьшилась до 65% в случае выпуска жестких панелей и до 40% в случае гибких панелей. Для сравнения, в предыдущем квартале эти показатели были равны 85% и 63% соответственно.